Шаг за шагом уже 97,5% домов в Самаре получили тепло. Первая декада отопительного сезона в городе прошла рекордными темпами. Для сравнения, на тот же период прошлого года работало меньше 85% отопительной системы. Руководство департамента ЖКХ отчитывается о проделанной работе. Подготовка тепловых сетей прошла организованно, трассы, котельные и внутриквартальные системы в порядке. Есть шанс, что зима пройдет с минимальной аварийностью. Процент готовности по объектам жилищного хозяйства в жилых домах 97,5%. У нас не подключено на сегодняшний день 258 домов. Безусловный лидер – Красноглинский район. Там тепло подано уже во все дома. Больше всего зданий, 187, продолжают ждать отопления в Самарском районе. Но это объяснимо. В центре города больше износ коммуникаций, там работы больше. Но уже в ближайшее время неполадки обещают устранить. Что же касается объектов соцкультбыта, осталось подключить одну библиотеку, две поликлиники, одну школу, спортивные объекты уже отапливаются все. Вы темпы должны, безусловно, наращивать. А с учетом денег, выделяемых на ремонт, теплотрасс, вводов, вы должны, конечно, сокращать период подключения домов к теплу. Поэтому эта задача перед вами, как и прежде, будет стоять. Нужно будет стремиться к уменьшению этих сроков. Проблемы на объектах, которые все еще ждут тепла, обещают устранить в ближайшее время. Помочь в этом могут и сами жители города, позвонив по телефону горячей линии. В каждом районе есть отдел по ЖКХ и благоустройству при администрации. Туда можно звонить в рабочее время. В круглосуточном режиме звонки населения принимает оперативный дежурный. Номера указаны на экранах, а подробную информацию можно узнать на сайте городской администрации. Олег Зверев, Станислав Левин, Артем Сулайманов. События.